Прям под снегом. Не потерялось ни одной подписи, и все люди подписывали, они знали, что они подписывают. Теперь нужно убедить всех остальных, как минимум 225 еще нужно. Но мы вас и выбрали, мы надеемся, что вы сможете убедить. А главное, что смогут убедить 20 648 человек. Это все избиратели. Есть тот самый проект широкой амнистии, который я вносил еще у инициативы КС. Мы его сдали в управление, правовое управление, нам прислали замечания, мы их сейчас учли и заново внесли. Больше всего беспокоит судьба болотников, того же Сергея Андреева, у которых 318-я, да, и 212-я часть 1-я организация массовых беспорядков, которой на самом деле не было. Поэтому, если есть возможность поработать за эти 10 дней с депутатами, то это позволило бы выйти всем практически. Здесь в докладе доказано, что никакой организации массовых беспорядков не было. И вот тоже в этом докладе собрано 500 свидетельских показаний. Потому что сам был на месте, все видел. Поэтому 212-я, чтобы все статьи вошли в амнистию. Часть 1-я, часть 2-я, часть 3-я. Мы очень надеемся. Спасибо, мы надеемся. И вот эти 20 648 надеются на вас. Вы должны нам еще расписаться, чтобы их получили. Вот так, легкая депутатская доля. А вас надеются. Ну и почетно. Это мы прямо сейчас передадим управление в аппарат государственной думы. Да. Государственная дума на связи с общественностью, мы работаем со всеми письмами. Спасибо. Здесь 20 648 живых подписей людей, которые высказываются за широкой амнистию. Собран за 4 недели в Москве. Метро под снегом, под дождем, на улице. Спасибо. И вот, мы надеемся, что собирали. Герои все, комитет 6 мая, все собирались. Активисты, да, конечно, РПР Парнас значительный вклад сделали. Но мы надеемся, что ответ будет положительный.